Всім привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортику. Зараз увага. Виконавчий директор відділення НОК України в Дніпропетровській області. Саш, все вірно? Да, все так, все вірно. Чим тоді займається обласний НОК? Поясни, в чому функціонал взагалі роботи, в чому ваша місія? Ну, наша місія – це донесення до масс населення, особенно молодежи, школьников, и уже, даже учитывая то, что молодежь изменяется уже начиная с детских садиков, основных идей олимпизма – это дружбы, уважения и взаимопомощи. У вас якісь програми, ви їздите по школах, як це виглядає ось саме робота ваша? Да, робота как раз так і состоїть в тому, щоб через проведення определенных мероприятий разных направлений, как раз и доносить вот эти принципы, идеалы олимпизма, каких-то там ценностей и так дальше, истории олимпийского спорта. Ну, могу так из таких самых основных мероприятий, это олимпийские дни, олимпийские уроки по школам. Вот сейчас как раз вторая неделя сентября начались мероприятия «Олимпийский тиждень», которые посвящены как раз Дню физической культуры и спорта. Которым тоже вы берете, например, спортсмена, да. Так, и приезжаете до школы. Да. Угу. Это может быть разный формат. Мы берем спортсмена или олимпийца какого-то, либо тренера, в общем, представителя различных направлений, и приезжаем в школы. Это может быть формат, не знаю, там, если это условно там Юрий Зайцев, которому уже там, ага, как бы, да, ветеран нашего олимпийского движения. Он еще в 76-м году олимпийским чемпионом становился. Естественно, он не сможет встать и сделать зарядку вместе с детьми. Вот. Поэтому мы выбираем как раз такой формат, там, поговорить. Ого. То есть он рассказывает свою историю, там, фоткается, дает автографы, там, ну, вот что-то еще, да, отвечает на вопросы, ответы там, и так дальше. Если это условно там Настя Коженкова или там кто-то, Богдан Никишин, кто-то из более то, молодых, типа кажут, тогда и зарядка пойдет, и там какое-то, не знаю, там, и уборка мусора и так дальше. Потому что я там, знаете, не оговорился, уборка мусора, потому что через Олимпийский комитет вообще в мире через признано тогда через средства Международного олимпийского комитета олимпизма молодежи, ну, одно из таких больше, знаете, как заходит какие-то идеалы, ценности и так дальше. Мы на сегодня имеем проблемы и с экологией, вот, и с гендерным равенством, и со многими другими, там, да, как спортсмену адаптироваться или любому человеку, да, после какого-то там карьеры спортивной, еще какой-то там к жизни, да, обычной. И все эти моменты мы интегрируем наши тоже мероприятия, и с помощью их тоже приезжаем в школу и рассказываем об этом тоже. А, например, вы завозите какой-то инвентарь там новый, какой-то там, не знаю, бюджет страны, бюджет области, там что-то вы купили, мячи, например? Да, да, нас поддерживает бюджет, областной бюджет. Мы закупаем инвентарь для проведения мероприятий, это и мячи. Угу. Там футбольные, баскетбольные, волейбольные, скакалки, бадминтоны. Ну, то есть самое такое примитивное, самое простое, что может быть. Но тем не менее, когда приезжаешь, условно, в какую-то сельскую школу там, на Московского или Никопольского района, там, безусловно, рады таким подаркам. И вот я могу сказать, что когда мы начинали работу, ну, я начинал в частности, да, там, и начинались эти так, в большом масштабе олимпийские уроки, встречи и так дальше, то, скажем, надо было позвонить куда-то в управление спорта, там, организуйте мне, у меня олимпийский тиждень, у меня там олимпийская неделя, уроки, мне надо там как-то организовать, чтобы пустить, потому что, ну, как бы, да, с приходом Бубки Сергея Назаровича уже начало олимпийское движение оживать, и начали люди знать о наших мероприятиях. Ага. А тогда это был 2009 год, то есть это было как бы начало таких вот, ну, в таком большом количестве там, да, наших мероприятий по всем регионам, по областям. И люди не понимали, что это за олимпийский урок, кто туда к нам хочет идти, потому что у нас все ассоциируется там как не с политикой, так еще с чем-то. Агитация, пропаганда, еще что-то, что у вас там будет. А когда люди видят, что мы приезжаем с олимпийцами, проводим уроки, зарядки, дети там чуть ли не на груди, там на майках берут автографы, там просто, я помню, мы тогда еще она была победительницей только юношеской олимпиады, Ярослава Могучих. Так, так. Мы поехали летом на мероприятие, называлось, он так и назывался «Олимпийское лето». И в его рамках там «Олимпик Лаб», как «Олимпик Лэб», «Олимпийская лаборатория», мы проводили так, чат с олимпийцами.
И я помню, как мы все это дело провели, там сделали розыгрыш подарков, она поотвечала на вопросы, как ее просто к стенке прибили, там вот так вот, тогда вот так вот стояла, расписывалась. Ну, в общем-то, ну, много таких на самом деле. Як ти з'явився в цій посаді, в цій професії? Як це відбулось? Ну, на самом деле, произошло все так спонтанно, неожиданно, и, в общем, тогда это было такое решение в неизвестность, скажем. Это тоже был 2009 год. Тогда в конце марта, в начале апреля Андрей Васильевич Павелко пришел, возглавил областной НОК. Вот. А я занимался спортивной журналистикой. Вот. И я настолько доставал его вопросами, там, какими-то комментариями. Я помню, тогда еще это сборная где-то выступила, вышла на Европе, на мире, какие-то билеты куда-то распределяли. Потом придумал проект, когда на трибуне с... И я его звал там и на «Метеор», потом на «Днепр-арену». Ну, тогда еще на «Метеор», да. Точно, тогда еще был «Метеор». Еще был. Да, так, вот. Так. И он комментировал там, как председатель Федерации футбола, там какие-то матчи, моменты, там еще чего-то. Я это потом все интегрировал в какие-то свои отчеты. Ну, в общем, такой был какой-то формат. В общем, я его настолько доставал этим всем, что он потом говорит: слушай, я тут возглавил НОК областной, мне нужен там молодой помощник, там энергичный, там амбициозный и так дальше. Говорит: хочешь, попробуй. Ну, и вот так попробовал, и получилось. На сегодня, можно сказать, я уже так даже не исполнительный директор НОК, а так олимпийский менеджер здесь. Потому что любые олимпийцы наши могут обратиться с любым вопросом абсолютно. Кого-то устроить где-то в школу, кому-то что-то где-то помочь, кому-то поменять просто кроссовки на больший размер. Всем этим занимаюсь. Такие детали маленькие. Да, но они просто знают, что ко мне можно обратиться, это будет обязательно результат. Ты зі спортом? З дитинства як взагалі знайомився? Це завжди тобі подобалось? І чим ти займався? Ось так. Ну, да, я на самом деле вырос в такому пригороді Дніпра, это в Синельниковском районі. І ми, как, чим раніше було займатися, 80-е годы, там, грубо говоря, начало 90-х, ми делали из дерева ворота футбольные, там, мяч, не знаю, какие-то, да, мяч. Если у кого-то был мяч, это все, король улицы, и даже нескольких, может быть, да. Вот, поэтому там и турники были, и все было. Поэтому в основном, как пацаны, бадминтон, футбол, волейбол, там, не знаю, листы ДСП, настольный теннис сделали, да, ставили на ящики во дворе прям. Когда это происходило, это отец редко такое делал. Ну, когда это происходило, я же говорю, там, наверное, несколько улиц сходилось к нам во двор, и все играли там настольный теннис. Ты коли в останнюю ракетку тримав в руках? Ну, на самом деле, я около 3 лет назад возглавил областную федерацию. Так, я знаю, я тому и запитую. Вот, поэтому до этого это было такой более аматорский уровень, да, от времени к времени. После этого я понимаю, что сама должность президента федерации уже к чему-то подразумевает, да, там требования определенные возникают. Мы, функционал ширше. Да, мы встречаемся с представителями других регионов, там ребята, кто-то играл, кто-то там мастер, кто-то кандидат. И когда мы собираемся, это там не просто какие-то вопросы порешать, но это еще и спортивная часть, то есть поиграть, какой-то мини-турнирчик. И когда ты приезжаешь и, грубо говоря, думаешь, как ракетку правильно держать, было некомфортно там пару раз на таких мероприятиях. Первый раз посмотрел, второй раз там поучаствовал, но некомфортно в таком формате. Так, треба что-то с этим делать. Да, и потом треба что-то, да, надо что-то делать. Начал выдергивать тренеров, на самом деле, в области всего человек 7-8 у нас. Не сильно такой большой вид спорта. И в нескольких регионах, ну, может, около 10, там, да, если там более-менее таких квалифицированных. Поэтому тренеры – это вечно занятые люди, у них с утра до вечера расписаны там дни и так дальше. Вот, поэтому я поступил каким макаром, я брал там кандидатов, мастеров, ребят, которые уже там что-то достигли, и которые там уже 5, 7, 8, 9 там, лет тренируются. Приглашал в зал, приезжал, оборудовал там какое-то место у себя на рабочем там практическом месте, да, и проводили там несколько тренировок в неделю. Вот, поэтому, на самом деле, возвращаясь к вопросу, на прошлой неделе точно держал ракетку. Нормально. Да. До речі, ти кажеш, спортивною журналістикою займався. А хто ти взагалі за фахом? Де ти навчався?
Но тут тоже я и в журналистику попал случайно. Вы знаете, как это получается, случайная жизнь тоже была. Но очень цікаво. Да, интересно. Интересно. И как бы, да, не имея образования в журналистике, я в нее попал. Это был 99-й год. Как сейчас помню, к нам в город из Харькова переехала редакция журнала «Атака». Это был такой себе конкурент футбола. Так, помню. Но футбол до сих пор выпускается, «Атака» уже ушла в небытие. Вот. И они, я помню, для того, чтобы сделать рекламу, они раздавали на железнодорожном вокзале там свои какие-то журналы. И мне там, я же говорю, приезжал с Синельниковского района, там был раньше этот железнодорожный транспорт, электрички, приезжал на учебу и, значит, попала в руки случайно этот журнал. Смотрю на первое, ну, на обложке там объявление там, примем там в редакцию там журналистов или тех, кто хочет себя попробовать. Вот. Ну и я как-то побоялся, что ли, там сначала попробовать, а так потом, да, так как-то зажили. Что-то новое, непонятное, вот. А на самом деле много читал и в детстве, и сейчас, вот, и как бы есть какая-то определенная грамотность в каких-то там написаниях и диктанты, ну все это получалось, сочинения и так дальше, и товарищ мой попробовал первым, его взяли, а я, ну, уже как бы на все, на зарплату, там, как бы на... в редакцию, а я там через некоторое время попробовал и тоже говорит, ну давай на испытательный срок, там напиши там отчет какой-то, еще что-то сделай. Вот. Ну и так получилось, что я сделал несколько отчетов, по мнению редакции, лучше, чем мой тогда товарищ, соратник. Вот. И они говорят, ну давай, место уже как бы занято, жаль, что ты раньше не попробовал, ну говорит, давай мы тебе найдем какую-то другую нишу. Я там, помню, занимался и тоже и олимпийцами, и вел там эти, как европейские чемпионаты. Круто. Там, Германию, помню, Испанию. Ну, там обзоры такие вот на страничку, на полосу. Ну, собирал информацию. Тебе платили? Да, платили немного, но платили, знаете, как, наверное, то, чего, может быть, нет сейчас у молодежи. Я столкнулся, вот у меня в НОК приходят на практику студенты из ДГУ, допустим, журналисты. И там спрашиваю, говорю, смотри, ну, бренд Нока, да, там, давай ты будешь там что-то пробовать, я тебе там буду какую-то символическую сумму, да, там, ну, это была какая-то практика несколько лет назад, буду там символическую сумму там находить из резерва, там что-то там выплачивать, не, я не хочу там 3, я хочу 10, ну, как бы, да, понимаешь, у меня там, грубо говоря, примерно такие же. Да, сразу переводится в это. То есть я помню себя, я за какое-то имя, за какое-то реноме зарабатывал там, и я не помню, за 10 гривен, за 5, за 20, ну, какие-то флешки после матча, отчеты там чуть больше стоили. Вот. Ну, таким макаром получилось, что попал и на известный такой сайт, украинский UA Football. Вот, и там был уже как бы представителем региональным Днепра, вот. Потом и Динамо СЛР был такой спортивный клуб, там были в основном единоборства, легкая атлетика, тоже там было много спортсменов, и Богдан Никиш, разные были, в общем, тоже такой был серьезный спортивный клуб, тоже там я был как пресс-атташе и в детско-юношеских клубах, там хоккеиста, ну, в общем, было чем да, позаниматься, и такое было, что вспомнить, ездили, были поездки, поэтому... Хто і як оцінює регіональний НОК? Ну, хто, я розумію, як? Ось завершується там рік, наприклад, якийсь там звіт є. Да, є отчет. В останні роки, так, лет 6, наверное, ввели какую-то определенную такую систему отчетности. Мы, там учитывается количество проведенных мероприятий, так. Не знаю, обзоры, освещение. Я так понимаю, что это все же инициатива... Это вертикаль центрального офиса, да, и она спускается все по единой системе. И еще думать, как это сделать. Да, мы делаем... согласно этого счета. Кто не хочет, пожалуйста, можете делать дополнительные мероприятия или то, что не учитывается в этом рейтинге, это будет вам плюс или там в карму или еще куда-то. Вот. Но не учитывается где-то здесь. Вот. Ну, в основном как бы областные НОКи это их финансирование, поддержка, это все ложится на плечи председателей, как Павелка у нас, как другие люди там, в других регионах.
Вот, потому как с бюджета на зарплаты не имеет возможность финансировать никто, потому что громадская организация. Вот. Поэтому мы можем только получить финансирование на проведение мероприятий, то есть закупить инвентарь, там, заказать баннеры, там, еще чего-то, озвучки, там, какие-то услуги, все, что связано с мероприятиями. Но на зарплаты не имеем права, поэтому это ложится на плечи председателя и... отделение не имеет больших каких-то штатов, возможностей и так дальше, поэтому, грубо говоря, исходя из того, что у кого-то в штате там два человека в каких-то областях, у нас там три, у нас три, кто-то один, ну и так дальше, поэтому не можешь поставить перед собой супер задач каких-то, плюс для многих это не как не основная работа. Звичайно. Виходить, що це десь як волонтерство. Ну, да. На професійному рівні. В основному, да. Вот. Ну, у мене це більше там, на професіональний рівень поставлено. Тому як, ну, сразу изначально там з Павелка договорювалися о том, що буде зарплата, будуть какие-то эти, ну, і, понятно, будуть і задачі. І я можу сказати, що задачі серйозні, він як чоловік амбіціозний, це як мінімум в тройці, як максимум це перше місце має бути. Я можу сказати, що за останні лет 7 мы, ну, если так не соврать, наверное, трижды были первыми, еще пару раз вторыми и три. Ну, стройки не выпадают. По сути, еще и есть рейтинг, где первый, второй, третий. Да. Мы делаем отчет определенный, исходя из заполненных нами там граф, подтвержденных как-то документально ссылками и так дальше. Угу. Выводится какой-то средний балл, и, соответственно, есть рейтинг отделений, которые... потом, там, не знаю, премируются, выдаются какие-то грамоты красивые и так дальше. Тридцять років, ось ми пишемо з тобою зараз інтерв'ю, 30 років НОКу українському. Зараз не можу сказати, коли ми до чи після вийдемо. Запросили, я так розумію, делегацію від області. Хто ці люди, хто поїде представляти нашу область на цьому дійстві? Ну, да, 30-летие НОК України було в прошлой осінню, в кінці прошлого року. Учитывая карантинные какие-то моменты и желание Сергея Назаровича Бубки пригласить президента Международного Олимпийского комитета и представителей других региональных НОКов тоже. Понятно, что мероприятие переносилось на весну, потом еще на лето. И вот, ну, на лето там Олимпиада, понятно, сыграла свою роль. И вот сейчас уже утверждена дата, 11 сентября все произойдет в Киеве, в Палаце Украины, ну, Палац спорта и культуры Украина. Вот все это дело будет. Ну, из гостей такого международного уровня, это президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах будет. Вот, президент Украины обязательно будет, не знаю, действующий точно, может, кто-то из предыдущих президентов. Ну, такое прям действо. Да, это будут руководители и председатели национальных олимпийских комитетов других стран, Европы, мира. В общем, уровень серьезный, олимпийцы, опять же, прославленные. Уровень серьезный. Костюм, дресс-код. Костюм, дресс-код, бабочка, черный класс. Или темный, темно-синий сьют, белый, как говорится, низ, бабочка или галстук, учитывая то, что я на шее никогда, кроме цепочки, никогда ничего не носил, мне просто по физиологии как-то это все мешает. Я ограничусь костюмом строгим. Вот. Ну, на самом деле, да, есть такие штуки. И, от нашей области поедут все те люди, с которыми ассоциируется сегодня развитие спорта, и в том числе олимпийского спорта. Это будут и олимпийцы Настя Коженкова, и чемпион Олимпийских игр по парусу Игорь Матвиенко. Это будет их руководитель наш, и там вот тоже Кондратьев, и так, Кошляк. Так. В общем, все те люди, которые развивают и вкладывают в спорт, и руководят спорт. На украинском уровне. Ось таке питання. На твою думку, спорт номер один в Україні серед усіх за 30 років. Де ми найкращі? Ну, вы знаете, наверное, ну, самый массовый, наверное, футбол, да, сразу ты приходишь, футбол, да, ну, спорт номер один. При пустых трибунах. При пустых трибунах, да. Инколи, да. Ну, бывает, а что? А, не, давай так, ось ты, як не менеджер, а як людина, якій подобається спорт в будь-яких проявах, спорт номер один, тебе як вболівальника, що найбільше в Україні кайфуєш, від чого? Ну, легка атлетика. Мабуть, не знаю, спорт, бокс. Ну, мне нравится и футбол, мне нравится баскетбол.
Особенно учитывая то, что в последнее время у нас с футбольным клубом там передряги случились. Так. И, кстати, многие болельщики переметнулись на баскетбол. И я для себя в этой связи тоже в какой-то мере открыл этот вид спорта. Да, потому как ну, мог смотреть там NBA, там что-то еще. Но тоже попав один раз в зал по приглашению тоже президента баскетбольного клуба «Днепр», посмотрел одну из игр, там какие-то решающие когда стадия то ли чемпионата, то ли кубка была, не помню уже с кем, давно это было, уже года 4-5 назад. Вот, я для себя тоже открыл этот вид спорта, и после этого на какие-то такие знаковые игры уже даже сам прошусь, давайте там, дайте пригласительные. Знаешь, чому питаюсь? Анастасія Скаженкова, вона каже, що по суті ми як наша нація, як козаки. Так, ми і те, і все, і тут, і там. Ми все потрошечку вміємо. Але мені хотілося ось зрозуміти, що ж таке спорт український, що наше ось таке кайфове. Мені здається, що це більш все ж таки легка атлетика. Більше представників настільки в різних видах спорту здобувають нагороди. Навіть, ну, я кажу, візьмемо і Дніпропетровську область. Тут Кохан, тут Могучих, тут Кожанкова, тут Ярощук, тут Нікішин. Ну, взагалі, знаєш, такі різні-різні. Ну, ну, ви знаєте, зараз, може бути, в останнє час легка атлетика, да, може бути. Но, опять же, якщо взяти весь срез, вот, починаючи з 1952 року, коли спортсмени України участвували вже в Олімпійських іграх, почали приймати участь, вот, і з того часу ми как бы, ведемо такий отчет-учет, ну, легкая атлетика и академическая гребля завоевали наибольшее количество наград. Это первое. Для Днепра еще очень много медалей. Город на воде. Так. Парусный спорт. Еда потренироваться. Да, и, к сожалению, потеряны эти традиции в парусном спорте. Я могу сказать, что не было ни одной Олимпиады до этого, когда не было представителей там академической гребли и парусного спорта, хотя бы с какого-то города, ну, из Днепра в том числе, на Олимпийских играх, но вот в Токио не поехал ни один представитель из Днепра, хотя и это, я думаю, стоит задуматься нашим представителям этих видов спорта, потому что, я же говорю, город на воде, есть канал, есть условия, есть понимание, финансирование, и я думаю, ну, были там определенные моменты, в том числе и с ковидом связанные, которые не позволили там поехать всем нашим сильнейшим. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что в этих видах спорта надо добавлять. Есть 4 олимпийские медали у нас в футболе в том же. Правда, давно уже, и после того мы, по-моему, там уже и ну, в независимой Украине мы точно не попадали в футболе никуда. Вот. Ну и опять же, в Токио, вот, например, не поехали ни гребля, ни плавание наше, ни, ну, в смысле, в большом количестве, Кесель там один был, Говоров не попал, тоже пулевая стрельба, когда у нас большие традиции, тоже мы всегда представители имели. Гроші все вирішують у спорті, щоб досягти результату? Думаю, не все, но много. Ну, вот, если для сравнения взять, вот я сейчас там общались тоже вот, по парусному спорту, только делали работу над ошибкой, почему не попали и так дальше. Ну, они, вот они, ребята говорят, смотри, ну, к примеру, Австралия, где работает наш, кстати, днепровский тренер Коваленко, и который за последние 20 лет завоевал для Австралии, по-моему, 3 или 4 золота и несколько там серебра и еще чего-то. То есть и теперь он уже там почетный житель Австралии, в общем, это орден у него. Скоро станет мэром какого-то места маленького. Да, да. Ну, я думаю, что он кайфует от того, что он просто... У него прозвище даже medal maker, да? Круто. Делатель медали, в общем. Вот, поэтому... И он просто говорит, для того, чтобы подготовить одного спортсмена, там выделяется от 1 до 2 миллионов евро в год. Wow. То есть на 4 года ну, цикл подготовки к следующим Олимпийским играм, ну это где-то 4, там 7 миллионов. Я не впевнений, что у нас хотя бы за 4 роки хотя бы 1 миллион вытрачается. Да, у нас же получается тоже там ну, один из людей из министерства после Олимпиады звонит и говорит, ребята, а почему у нас типа в парусе нет никого, ни одного представителя не было, ну там полет какой-то, разбор уже делали там определенный.
И звонит тут старшему тренеру в области, а тот говорит: подождите, так а что вы помогли, что вы сделали, это как бы не дешевый вид спорта. Не, ну мы же, говорит, вам организовали там двухнедельные сборы в Греции или где-то, не помню. А тот говорит: подожди, ну две недели перед Олимпиадой мы там побывали в Греции, но, говорит, наши основные конкуренты, они, говорит, начиная с декабря... Звителяны выезжали. Да, начиная с декабря там проводят Греция, Испания, Португалия и так дальше сборы. Ну и, соответственно, а так, ну, очень сильно шагнули вперед технологии, да, если mm-hmm. наш тренер, ну, опять же, возьму Парус, да, просто общались, вот по свежему, да, есть примеры, он там есть, в Парусе есть три определенные точки, которые должны ты до нее дойти, обойти, ну, и пойти ко второй точке, ну, и так дальше, да, там, управляя судном. И есть такие понятия: ветер, течение и так дальше, скорость, там, направление. Это всю информацию выдается спортсмену, и он должен ее обработать, проанализировать и, соответственно, управлять судном в соответствии с этим. Ну, как бы, да, кто быстрее сориентируется, потому как суда все плюс-минус одинаковые, мастерство плюс-минус одинаковое, вот где, как реакция, больше ты сориентировался, вот чем быстрее там развернулся ближе к бою, тем быстрее ты лучший результат показал. Так вот, у нас тренер выходит к первому там бою, там берет компас, смотрит, откуда ветер, там, ну, да, вот, как-то куда-то опускает леску и смотрит, там, к примеру, насколько она отклоняется, высчитывает этот угол отклонения и примерно высчитывает скорость течения. То австралиец Коваленко, например, вот, отрывает данные говорил, на лаптоп. Нет, он просто, он там какой-то запускает дрона, получает на там сразу какие-то погодные условия, ветер, все, течение, все, из космоса получает, раз сразу на этот и говорит: ребят, смотрите, вот, ну, как бы, поэтому это все технологии, это все, соответственно, финансы. И если мы говорим об этом, то, конечно, в этом смысле деньги могут решать и многое тоже. А если при прочих равных условиях, то, конечно, уже выходят на первую роль какие-то уже человеческие, личностные, лидерские какие-то качества. Назви, на твою думку, трьох спортсменів, які на світовій арені зараз від Дніпропетровської області, трьох, ну просто топчик. Ну я знаю, хто точно зараз, кого ти назвеш, але ще двох, які, ну, от прям відомі від області. Ну, я би назвав, да, от то, кому ви подумали, це могучих. Я б, мабуть, думаю, що Аня Рижикова-Ярощук і, мабуть, Нікіша Богдан. Його результати на Олімпіаді не говорять про те, що його час пройшов? Ну, фехтування – такий вид спорту, де можна і в 40, і позже виступати. І прем'єри швейцарців, і італьянців, і венгрів говорять о том, що... Это действительно можно показывать, как и в пулевой стрельбе, например, там долгожители все тоже могут стоять, и все такие флегматики стоят по 2 часа и стреляют. Вот. Поэтому я не думаю, что прошел. Я знаю, определенные были обстоятельства тоже и по состоянию здоровья. Богдан буквально там за неделю до Олимпиады имел очень серьезные проблемы с локтем и с этой проблемой ехал. Как бы он его не беспокоил, но я думаю, что все равно и плюс голеностоп еще был там, это то, что дает взрывную такую силу фехтования. Поэтому я не думаю, что прошел. На Олимпиаду он как попал? Он же весной стал вторым на мире так, команде. Так. Поэтому... Как бы, я не думаю, что там за три месяца что-то поменялось. Шестое место, ну да, в команде не впечатляет, но тем не менее, я думаю, что они еще покажут. Ярослава уже топ-топ зірка? Ну, наверное, да, исходя из тех результатов, которые есть. Я думаю, что Олимпиада в Париже для нее должна, она будет, наверное, одна из фаворитов, как и, в принципе, была и здесь. Но многие навесили, я думаю, на нее чересчур много, большую ответственность. И вы знаете, ну, я тоже там под каким-то публикацией одной из спортивных публикаций о ней там по бриллиантовой лиге, вот недавно совсем, я увидел другую Ярославу, чем на Олимпиаде. То есть на Олимпиаде она какой-то сделала такой какой-то непонятный макияж, вот это все, ну, видно внутренний какой-то настрой, там видно какая-то или нервы, или сосредоточенность чересчур. Может быть, это с проработанной с тренером какой-то образ был,
вот, где она какая-то была как зажатая. И мне кажется, что вот это как раз и не позволило ей подняться выше, чем третье место. Так, бриллиант Элизиев она... А тут она просто, вы видите, что она творит. Она сегодня перед финалом бриллиантовой лиги, сегодня финал, суперфинал бриллиантовой лиги, там все шесть лучших спортсменок выступают. Она вчера или когда выкладывает пост о том, что она там танцует прямо на стадионе, раскрепощенная. Вот, вот это Ярослава. Я думаю, что вот в таком формате, когда она расслабленная, настроенная, сосредоточена, она получает намного больше, чем когда закрепощенная. Олімпійський дім, музей. Я був там, ти, звичайно, там був безліч разів. Мені сподобалось, все красиво, круто. Давай спочатку про музей. Які нові експонати там з'явилися після Олімпіади? Хто побував, хто щось подарував, можливо? Ну, много спортсменів. І як можна до нього, до речі, потрапити, до музею? Да, сьогодні можна туди попасти в свободному форматі, просто прийти і попасти. Вже сьогодні там знаходиться, це здання вже має хазяїна, це ДВО в Канаш. И там есть уже служба охраны, которая круглосуточно находится и охраняет, в том числе, ну, следит за порядком, в том числе и музеи, и поэтому люди могут свободно прийти, иметь свободный доступ. Вот, это то, что касается попасть. Что касается новых экспонатов и гостей, ну, даже из олимпийцев их уже было много. Ну, на открытии ну, так, был, на щотижня, бачить, ты да, на открытии был президент да, страны, оставил там, есть специальная такая обзорная ложа, как бы президентская, и там колонны, и на них оставляют пожелания, автографы. Какие-то автографы наши олимпийцы, вот, есть плакаты по периметру, где они тоже там какие-то свои марки оставляют, да, там, вот, а... Из новых экспонатов, ну, я думаю, что это, наверное, золотая паралимпийская медаль Пекина 2008 от футболиста нашего Константина Семашко Никопольского. Это комплект формы со стартовым номером, с подписью, а также кубок и медаль с международного соревнования нашего известного легкоатлета и марафонца. Боже, боже, боже. Багато прізвищ. Лебедь, Сережа. Вот, да, много, много на самом деле. Вот, ну, наверное, такие вот два крайних пока на сегодня экспоната. Ну, и плюс ко всему там много всего и было, поэтому... Поясни, да. Ось, Олімпійський дім, я так розумію, він же є не у кожному великому місті України. Ну, на самом деле, Олімпійський дом на сегодня есть только у нас. Ну, от, который построен с нуля. И, взагалі в Україні? Он... Олімпійський дом, который построил, не был снят, выкуплен или еще что-то, построено прям здание, и это называется Олімпійський дом, и в него вкладывается концепция, что там должны быть все федерации, или, ну, не все, представники, но, по крайней мере, олимпийских те, которые достигли наибольших, кажется, результатов на Олимпийских играх. Вот. Плюс есть комнаты переговорные, конференц-зал, есть коворкинг. Если предполагается, что, понятно, не все федерации могут получить свои отдельные площади, но, тем не менее, любые федерации, спортобщества, олимпийских, неолимпийских видов спорта и так дальше могут спокойно прийти. Вернутись, так, и организовать. Прийти в этот коворкинг, получить доступ к интернету, получить крышу над головой, стол с принтером, бумагой, там водичка, все есть. Какие-то кажется, удобства. Пресс-конференции. Абсолютно, абсолютно легко. Связываться нужно со мной. Ось про що, я веду определенный такой журнал, где есть уже, ну, какие-то записи, да, чтобы не было так, накладок и так дальше. Вот, и люди могут спокойно приходить. Вообще, как я вижу, это должен такой быть пчелиный рой, где все федерации, спортобщества, не знаю, люди, которые просто, даже не из спорта, но которые просто там, слушай, я знаю, как твой Олимпийский день сделать вообще круче, и там молодежь будет там вообще зависать и так дальше. Я всех приглашаю, пожалуйста, давайте приезжать. Есть плазма, есть переговорные комнаты, можно с Японией, с Австралией, еще с кем угодно делать пресс-конференции, там, не знаю, прямые телемосты, еще чего-то. Мы должны сегодня услышать всех людей, которые имеют какие-то идеи насчет развития спорта, там, не знаю, там, ЗОЖ, физической культуры и так дальше, и в том числе олимпийского движения, потому как мы понимаем, что мы не молодеем, мы делаем все наши мероприятия в основном для молодежи. Изучаем. Поэтому мы должны слушать молодежь, то, что им интересно, и не зря же Международный олимпийский комитет вводит программы «Новые виды спорта», там и брейк-данс вот сейчас в Париже, и там скалолазание, и карате, в общем, что-то новое, зрелищное.
там, где больше молодежи, и скейты, и ролики, и так дальше. Вот. Поэтому мы должны тоже по месту слушать нашу молодежь и приглашаем ее к сотрудничеству, если у вас есть идеи, мысли, там, каких-то новых мероприятий или улучшения наших каких-то старых мероприятий, ну, и тех базовых мероприятий. Услышим всех, как говорится, и прислушаемся к каждому. Готовы набирать команду такого волонтеров, ног, даже, возможно, кому-то предоставлять какие-то посадочные места в Олимпийском доме и работать совместно. Ти знаєш, у мене було останнє питання про майбутнє роботи НОКу. Ти на нього вже відповів. Друзі, ви знаєте, куди звертатись, якщо ви любите спорт. Ну, а це був Нікіта Дрюченко. Ще побачимось.